Подарок фотографа к столетию губернии. В музейно-выставочном центре на улице Советской открылась выставка работ Владимира Побединского «Фотовзгляд на родимый край». На суд зрителей представлено более 50 снимков. Все они сделаны за последний год. Представлены работы, на которых изображены, значит, объекты, имеющие и культурную историческую ценность, и при этом не претерпели изменения внешнего облика. То есть это старые дома, как бы фрагменты улиц, чтобы зритель, как бы используя свою фантазию, смог представить себя в нашем городе, на наших улочках 100 лет назад. Здания и места, которые в судьбе региона стали знаковыми на закате, после грозы или под палящим летним солнцем. Хорошо всем знакомые улицы или, наоборот, незнакомые уголки Ивановской области, но которые непременно хочется увидеть. Существует два типа отношения и показа своих работ. Один – это интернетовский, и фотографы принципиально говорят: мы не хотим печатать выставки. Но я считаю, что неправильно. Я вот сторонник, когда работа в конечном, как бы, формате, в конечном результате представлена людям. Это совсем другое ощущение, чем на экране смотреть. Живые фотографии ждут своего зрителя. Выставка будет работать до июня. И что немаловажно, вход на нее свободный. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.